Олег, школьник четвертого класса, возвращался домой после учебы и игрался со своим другом по дороге. Играли они в старую знакомую игру прятки. На этот раз нужно было прятаться Олегу, и он решил побежать в кусты у забора. Мальчишка присел на корточки и замер в ожидании, пока его друг его найдет. Тут школьник услышал писк и подумал, что это котенок. Когда же он пошел на этот звук, то увидел новорожденного щенка. Каким же было удивление ребенка, когда он взял в руки маленький пищащий белый комочек. По виду щенку было всего пару дней, и как он остался жив неизвестно. Его глазки были закрыты, и сам он практически не шевелился. Олег тут же выскочил из кустов, забыв про игру, и тут же показал живую находку своему другу. Соседский парнишка не одобрил находку и сказал, чтобы Олег тут же выбросил непонятное на вид существо. Благородный школьник посчитал иначе, не послушал своего друга и принес щенка домой когда его увидела мама, то была очень удивлена. Катя, мама Олега, никогда не имела дела с такими крошечными животными и не знала, что с ним делать. Выхода не было и щенка пришлось разрешить оставить дома. Екатерина быстро побежала в зоомагазин, чтобы узнать о правилах кормления и купить непосредственно сам корм. Поначалу было очень трудно выкармливать, и семья не надеялась, что собачка выживет благодаря тому, что мама Олега была в отпуске, у нее было достаточно времени для выхаживания животного. Целый месяц Катя с сыном выхаживала кроху, и у них все получилось. Уже через месяц щенок смог самостоятельно кушать. Каким же было удивление Олега и его мамы с остальными членами семьи, когда крошечный щенок превратился в чихуахуа, породистую собаку. Боня новый член семьи. Щенка назвали Боней, и теперь он был главным любимцем у всех членов семьи. У него были черные глаза, напоминающие бусины, а сам он был белого цвета. Мальчика назвали Бонифацием, а сокращенно Боня.